Чоломнон РТС, представьте, что вы находитесь на маленьком острове, примерно в 2 гектара, вместе с заключенными. Ладно, без интриг. Такое место на Земле действительно есть. Алькатрас или Скала. Самая печально известная тюрьма в мире. И я был в шоке, когда узнал, что в республике Коми работал подобный лагерь. Вокруг поселка Чиняворик раскинулись топкие болота и бесконечная тайга. Их функция, как и у залива рядом с Алькатрасом, одинакова – помешать побегу заключенных. На таком отличном месте и расположилась колония поселения, в котором служил писатель-журналист Сергей Довлатов. В его повести «Зона. Записки надзирателя» как раз рассказывается о жизни заключенных и их охранниках. А я вам хочу рассказать о жизни местных и показать состояние Чиняворика на 2021 год. Дорога по трассе Сыктывкар-Ухта была хорошей и веселой, потому что ехал с артистами, с бобусинками. Наконец-то мы добрались до Чиняворика. Куриный, а мне больше. Нянь Досов, приятного аппетита. Очень вкусно. Вообще у дороги кушать всегда вкусно. Если, конечно, не обочина и не какие-нибудь гнилые грибы. Вот, всегда, потому что с дороги какая-то охотка вот поесть. Потому а тут что всегда голодно. Так по-домашнему, так вкусно. Мы кушаем. Сейчас поедем в сам Чиняворик. Ямки. Ребята, пацаны, подскажите, где ДК? Я не знаю. Ох! Что? ДК, Дом культуры. Дом культуры? Самое красивое здание Чиняворика. Алкоголь, фу! Сигареты, фу! Парень, посмотри на мою эстетику! А ты велосипед какой у тебя? Горный. Обгоняю скоростных. Вы друзья? Да. Ну, братья. А, вы в одном классе учитесь, да? Да. Где ваша школа? Школа на линии, это садик. Название Чиняворик происходит от названия речки. Но есть другая трактовка. На одном берегу реки жили чины, на другом воры. Получилось Чиняворик. Вот позади меня находится школа в Чиняворике. Вот аллея. Деревья посажены сами учениками. А вот в этом здании и администрация, и Сбербанк, и Почта России. Социокультурный центр «Феникс» работает как и Дом культуры. Здание новое, почти современное. Тут наши коми-артисты собрали целый зал фанатов. Кстати, благодарим организаторов за вкусняшки и морожковый чай. Так, мы же все удалил потом. Да, Чиняворик – поселок маленький. Да, с не очень хорошим прошлым. Но люди тут все равно добрые и открытые. Правда, не любят разговаривать на камеру. Поэтому и нет интервью у местных жителей. А на обратном пути у нас училась поучительная небольшая история. У нас осталось не очень много бензина, и нам нужно доехать до ближайшей заправки. В общем, у нас тут приключения из приключений. Если мы завтра не вернемся, звоните в колокола. Артемий принял решение. Разгоняться на максимум, потом катиться по трассе. Итак, слава богу, мы доехали до заправки. Фу, успели доехать, друзья мои, до заправки. Там уже, наверное, бензина на донышке. Ау! Тишина. Кто не отзывается. 95-й эхо. Заправляем для того, чтобы машинка вкусно покушала и довезла нас до дома. Погнали. Заправились и уехали дальше. Благодарю за просмотр. Ваш лайк и комментарий поможет продвижению ролика.
бомбим. Сестры и братья.